В конце 40-х годов Ренцо Револьта решил прекратить производство холодильников в связи с того, что после войны был большой спрос на транспорт, а дорогие на то время холодильники не сильно покупались. Прототип машины уже появился летом 1952 году. Проект был на основе дизайнера-инженера Эрмельджильдо Претти Изетта. На выставке в 1953 году этот автомобиль был сенсацией. Как вы, наверное, помните, то автомобиль Изетта был лицензирован немецкими и другими компаниями. Но самое интересное, у самой итальянской компании, которая разработала Изетту, не складывались продажи. К примеру, BMW выпустила 161 728 экземпляров машины и прекратила выпуск в 1962 году. А в Италии было выпущено ISO всего 4900 экземпляров. И выпуск был с 1953 по 1955 год. Как вы можете видеть, цифры печальные. Такие маленькие продажи, возможно, были из-за ненадежного одноцилиндрового двухтактного мотора. Когда BMW ставили четырехтактный мотоциклетный мотор с объемом 245 кубических сантиметров от мотоцикла R25. Также они в конструкцию внесли пару изменений. Улучшили тормоза, было улучшено управление, и поездка уже была не как на УАЗе, а более платной. У итальянской компании были большие планы на Изетту. Они ее рассматривали не просто как вариант недоавтомобиля, уменьшенную версию гражданского автомобиля, а как самый ни на есть настоящий автомобиль. Также они видели большой потенциал на базе Изетты. Небольшой грузового автомобиля, который при маленьком весе и небольшом потреблении топлива мог бы перевозить достаточно большой груз. В Италии много было компаний, которые занимались компактными автомобилями. Поэтому ISO влилась в борьбу за место под солнцем. Разработку ISO Car 500 он разрабатывался так, чтобы смог перевозить груз 500 кг. Как вы можете догадаться, от перевозимого веса он и получил свое название. Задняя часть кабины Изетта была обрезана и вставлено заднее стекло. Новая рама из труб обеспечила большую грузоподъемность. Длина базы автомобиля была 216 см. Рама была усилена в районе двигателя. Такое усиление не только давало возможность мотору держаться на раме, но и являлся балансирован. Когда откидной борт приподнимался, не давал возможности машине встать на дыбы. Также для мотора был разработан новая коробка передач, которая позволяла карданному валу быть немного под углом, чтобы иметь соединение с задним мостом. ISO Car мог поднять довольно большой груз, так как машина была большая грузоподъемность. Кроме бортовых вариантов, было решено на этой колесной базе выпустить и фургон, который является довольно редким экземпляром. Изобретенный двигатель ISO Italia был также лицензирован в Испании, где наладили выпуск грузовиков ISO Car 500. Что я могу сказать? Наш уникальный автопром, что при совместительстве и сейчас, не может понять, что надо фермерам и малым предприятиям. Они понятия не знают, какой автомобиль востребован и до сих пор выпускают грубы на колесах, которые своей ценой не выделяются среди аналогов иностранных, уступая им по качеству сборки и деталей, и комфорту. Выпустили бы они такой малый автомобиль в свет, он бы стал востребован от малого фермерских хозяйств до малого бизнеса. Это, конечно, если за такой автомобиль они не загилят цену за $3000.